Семейные пары, дети, молодежь и люди преклонного возраста собрались на Театральной площади в праздничный день. 8 июля – День памяти святых Петра и Февронии, покровителей семей и супругов. И День семьи, любви и верности. Тематические песни и танцы, творческие номера подготовили специально для праздника. Самое важное в жизни – это что? Семья. А в семье – любовь и верность. Потому что семья – это самое главное для человека. Семья – это счастье, радость, любовь. Праздник начался со звоном колоколов. Гостям напомнили историю любви муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в 13 веке и стали образцами супружеской верности и взаимной любви еще при жизни. По легенде, они умерли в один день. В день святых Петра и Февронии жителей и гостей города поздравил настоятель Свято-Ануфриевского храма Претерий Виктор. Поздравляю всех вас с праздником, а супружеским парам желаю взаимной любви, мира, семейного согласия и благополучия. Музыкальные поздравления прозвучали от творческих коллективов Анапы, а также от приглашенной из Краснодара народной артистки России Раисы Гончаровой и вокально-хореографического ансамбля «Родник». Символ этого праздника – ромашка. Цветы дарили всем гостям. Юные художники из Воронежа во время концерта на мольбертах рисовали ромашки. К эскизам подошли творчески. Изображения разные по форме, цвету и стилю. Я рисую ромашки, чтобы дарить другим людям. Сегодня же ведь день любви, семьи и верности. Во время концерта работала выставка, посвященная церквям Анапы. И только в этот день все храмы города были сосредоточены на одной площади, на баннере. Рассмотрели зрители и убранство приходов. Церковный праздник с радостью отмечают во всех домах. Все праздники, которые есть, все отмечаем. Все семьей, все вместе. Родители, дети, все вместе. Для Светланы Мишенкиной этот день – особенный праздник. Она знает точную формулу семейного счастья и с удовольствием делится. Счастье, здоровье, любовь. Все будет, счастье будет, все будет.